древности воины рисовали на себе знаки крови врага. Обряд инициации. Многое прояснилось. Я разобрал не все иероглифы, но картинка сложилась. Много тысяч лет тому назад охотники обнаружили тихую планету. Они научили людей искусству строительства, и те поклонялись им как богам. Каждые 100 лет боги возвращались. И когда это происходило, они требовали от людей жертв. Охотники использовали людей как пищу для главной добычи. Охотники сражались с гигантскими рептилиями, чтобы доказать свое право на звание воина. Но если охотники терпели неудачу, они не позволяли тварям оставаться в живых. И в один миг уничтожали цивилизацию.